ребят. Идем в Маршал с пешочком сегодня. Без машины. Тут недалеко, в принципе. Ой, я там никогда не была. Наконец-то дошли мы в Маршалс. Вот он. Он у нас тут хорошо, прямо там. Рядом с Россом находится. Вот эти кроксы прикольные. $20. Почем эти тапки? По $20 тоже. Это сумочки. Michael Kors. 130. Это тоже Michael Kors или что? Это Versace Jeans. Ничего себе. 180. Первый раз этот бренд здесь вижу. Это что? Шарфик, наверное, просто платочек. Интересно. Из плащевки. Такое стеганое. Ну и Guess, конечно же. По-моему, Guess всегда в Marshalls есть. $50. Вот это тоже. Честно говоря, не люблю, когда вот эта вся лейбломания. $50. Ну, кто-то симпатичный. Что? Нет. Сабрина спрашивает, если есть у Marshalls свой бренд. Что? Валентина. Какая-то Валентина. Выглядит ничего так. Почем? Валентина. $60. Марго. 50. Что-то они почти все по 50, что ли? О, дорожная сумка классная. Juicy Couture. Где прайс? $40 всего. Я думала, дороже будет. Вот Kate Spade. 120. Это тоже симпатичная. С пчелкой. На популярный бренд похоже. 30. Недорого. А, вот это классно. Мне нравится. Я бы себе взяла в дорогу. Трепишная такая. $30. Вот такая еще есть. Ой, Michael Kors. Такой приятный цвет. 160. Да, 160. Че, Сабринке эта сумка $60. Сабрина хулиганит. Розовенький Michael Kors. 120. I'm hooliganing. Донна Карен, Нью-Йорк, DKNY. $60. Nine West. 30. Вот это мне понравилось. Симпатичная сумочка. Ну, такая сетчатая сверху. А внутри вот такая разноцветная. Их можно раздельно? По-моему, да. $35. Всего $10 вот эта сумочка. Это что, кошелек как будто бы? $40. Вот это чем-то на Burberry похоже. Unclean. $15 кошелечек. Вот эта сумочка такая милая. На Hermes похоже. $25.
I'm like rich, so like if you don't like have a designer bag, then like you can't like talk to me. Сабрина кривляется, говорит, если у тебя нету дизайнерской сумки, не общайся со мной, говорит. It's a joke. Ну понятно, это шутка, говорит. О, какая маленькая сумочка. Для телефона, наверное, Альда. $20 на лето. 25. Вот тут, по-моему, по краешкам кожа, да. Я кожу не ношу. Это, говорит, напоминание о том, какая я богатая, говорит. Сабринка кривляшка. $30 вот эта сумка, она вся в бусинах такая тяжелая. Это ж плечо отвалится такое носить целый день. Ой, вот это прям такая классная, просто белая. Вообще нравится мне на лето. $30, как думаете, кожаная или нет? На ощупь как кожа. Может, не кожаная? Если не кожаная, я возьму. У нас сегодня Сабринка шопинг-терапия. Пью. Нет, это не кожа. Думаю, нужна она мне или нет. Вот это тоже симпатичная. Трепишная такая. Но будет легко пачкаться, видно. Очень много таких сумочек, похожих на популярные бренды дизайнерские. Ой, да, я помню, несколько лет назад они в моде были. Такие вот. Угу. Летние. Но они так высыхают. У меня была соломенная такая сумочка, она прям вся высохла, потрескалась. Вот такого типа, квадратная. Они недолговечные. Ой, рюкзаки классные тут, черные. Вот этот симпатичный. Что за бренд? Адриен Витадини, не знаю такой. Madden. Madden Girl. $25. Вот в дорогу классная. Я каждый месяц к маме летаю, но мне вот такого вот стиля рюкзак нужен. Madden, да? Стив Madden. $50. Я пробовала с чемоданчиком, но неудобно. Вот так рюкзак раз. На плечи накинула и пошла. Черепашка классная. $17. Вот кошелечки в подарок можно отсюда брать. Если не знаете, что подарить, самый вот беспроигрышный вариант. Кошелек, бумажник. Или вот такая косметичка. Никогда в Маршалсе такого не видела. У них появились такие вот шкафчики на ключе. То есть их не достанешь без помощи работника магазина. Это просто косметика. Вот Клиник. Вот тут парфюм, по-моему. Тоже все под ключ спрятали. Смотри, какая макарунс, да, милота. Это что, это для губ? Угу. Угу, все для губ. Это прикольно, так сразу уже засунули в такие вот емкости стеклянные. Не нужно докупать. Ванную поставил. Потом просто докупаешь эти ватки. $6 такой, недорого. А это $6 тоже. This is my designer. I don't know what smell it is, but like I totally use it.
кривляка. Вот этот аромат прикольно мне понравился. Такой свежий. Может, возьмем этот, а? В туалете использовать. $15. Или хочешь ты использовать? Ну-ка. Вот это тоже вкусно пахнет. Ну, выбирай. Я говорю, Сабрине, себе какой-нибудь для тела возьми спрей. Body Mist. Вот это цвет такой приятный. Soft petals. Этот розами пахнет. Тут все для волос есть, между прочим, брендовые. Такие обычно в салоне продают. Вот это для утюжков, защита для волос. $11. Чи, хороший бренд. Я когда в салон ходила, к одной девочке, вот у нее пользовалась. Thermal Protective Treatment. Вот тоже защищает от горячего. $8, кстати. Недорого. Тут еще маленький такой есть спрей. Защита для утюжков. $5. Вот это, наверное, возьму для пробы. Мне так нравится сейчас. Вот молодежь вот такие штучки клеит на лицо. Есть звездочки, сердечки. Это чтобы спрятать прыщики. Прикольно так придумали. 30 таких вот стикеров. Наклеечек. $4. Но оно и также и лечит. Вот написано Acne Treatment Dots. Оно и лечит, и прячет. Можно так носить, не стесняться. Это тоже для ушных палочек. $8 стеклянная баночка. Сабрин, не забывай эту штуку. Сухая щетка для спа. $4. Расческа. Вот, кстати, мне нужна расческа. Почем она? $3. Возьму эту. Вот это, кстати, хорошая вещь. Я на Amazon Prime 100 лет назад покупала. И они такие мягкие. В общем, хорошо чистит скальп. И массажирует. Когда моете голову, хорошо прочищает. В общем, от перхоти. Сколько тут такая штука? 4,50 тут стоит. Так что рекомендую такую штуку. Не конкретно этот бренд, разные бренды есть. Но она реально помогает хорошо чистить голову. Тут губки, да? Вот бритва от мелких волосиков на лице. $5. Да, шапочки для душа. Прикольные такие. $4. Тут все, резиночки, все тут есть. Пилки Hello Kitty. Массажеры для Гоша. Не знаю, разное мнение. Кто-то говорит, помогает это подтянуть кожу. Косметологи говорят, что так делать нельзя. Хирурги вообще говорят, что такие массажеры только растягивают кожу еще больше. Кому верить, не знаю. Да, вот микро... Как это называется? Дермароллер, в общем. $7. It's rose quartz. Oh my gosh. $13 массажер такой. С роллером. What are these facial rollers for? Массажем лицо $6. Вот такая штука тут появилась. Для потресканных пяток. Вот у меня как раз они сухие, потресканные. Может попробовать? $6. Бодискраб. О, классная вещь, кстати. Очень хорошо очищает поры на теле. $6. Угу. Скраб, в общем. Скрабирует кожу. Угу. Летние платьишки, сарафанчики.
чем $40. Calvin Klein 134 стоило. А сейчас почем? А тут за 35. Одежду снимать не буду. Иду в свой любимый отдел. Все для кухни. Посуда. Италия. Какой графин симпатичный. Досочки. $13. Тяжелая. Эти прямо узбекские напоминают. $6. Турецкие, оказывается. Сделаны в Турции. Сколько тут корзин? 17. Угу. Какие горшки красивые. Покажу для мамы. Она любит вот это все. Она когда-то работала в Маршалсе до того, как у нее случился инсульт. Она вот этим всем занималась, украшала все, так раскладывала красиво. Здесь не раскладывают красиво, здесь просто видно их. Ну, только вот это я вижу. Разложили. Ну, и то. Просто разложили. Дизайна такого вот нет, как делала мама. Симпатичная, $20. Такая вот рубашечка. Сделана в Бангладеше. Что здесь? 100% лен. Чем такие? 25. Тут большой выбор одежды, надо ходить вот так вот поштучно, смотреть, тогда можно что-то найти. Мне сейчас для себя одежды не надо пока. Вот длинная, симпатичная. 55% лен, 45% район. Такие штаны классные. Они длинные. Да, очень длинные. На лето хорошо. Какой размер? М-ка. $17. Такие еще классные. Очень много льняных штанов. Тоже по 17. Такие. Вот хлопчатые, льняные. Легкие все. На лето хорошо. Ну, вот яркие такие есть. $15. Ай, собринка. Тут
джинсовые с рваными коленками, $20. Классные такие штанишки под джинсы, но они прям такие хлопчатые, легкие. $17. В общем, если ходить, можно найти хорошие. Они все хорошие, в принципе. На любой вкус и цвет. $17. Цвет классный. Причем это 17. Длинные. Типа индийский стиль. $15. Вот эти тоже легкие. $15. $25. Вот такое летнее платьишко красивое. Легкая, сарафанчик такой. Я обычно такие вот большие мужские топы беру. $15. Бывает и дешевле, можно и за 7 найти. Вот как здесь, например, 8. Stay positive. Почему это? 8. Халатик патриотический. Ну, это не халат, это такой ромпер. $30 стоит. С японскими буквами. $10. Детский отдел. На кроксы похожи. $8. $9. Ну, вот эти такие классные, подожди. $8. Koala Kids. 100 лет не видела этот бренд. Раньше его продавали в Baby Zaraz, который закрылся. Детские футболочки вот нашла с динозавриком. Такое вот. В других хлопчатах что-то я не вижу. Вот раньше у них был чемпион много. То ли раскупили, то ли непонятно чем. Видите, $6 всего. Мужские вещи тоже тут. Большой выбор. Вот рубашечки по $13. Разные финки. Вот летние. $15. Это, я знаю, что у меня мужская аудитория тоже смотрит. Вот по $15 рубашки. Хлопчатые, льняные. Они в среднем 15 стоят. Такие поло есть, футболки по 20. Геб. Странно, первый раз здесь вижу геб. Ну? Почему геб? Может, кто-то свой снял и ушел? Ценника нету. Скорее всего. Вот, симпатичная рубашечка. $17.
В общем, большой выбор. Такой. А тут прям шорты тоже можно подобрать под рубашечки. Вот эти вот подходят с этими. Шорты по $17. Розовые. $20. Класс. $17. Тут у кассы все такое. Электронику можно найти. Зарядки, наушники. Я Сабрине говорю, это вот тот же художник, который рисовал. Платьишко симпатичное. $40. Такая льняная рубашечка симпатичная. $40. Длинные. Только не пойму, лен это или хлопок. Сейчас посмотрим. Да, 55% лен. Вот они. С белыми брючками хорошо. Да, неплохо. $16. Это клиренс. Все на скидке большой. Вот это понравилось. Платье. Сзади спинка вот так открыта. $40. Хотя я люблю однотонные. Не знаю. Вот этот стиль 2000-х возвращается. Вот такие вот платья были в моде. У меня даже такой сарафан был. Тут большой выбор обуви. Томми Хильфигер. $30. Тапочки. Такие симпатичные тапочки. $25. Но я обычно только такие белые кроссовки люблю. С закрытым носом. $30. Такие вот сандальки, босоножки. $20. Тапочки симпатичные. А, это босоножки тоже. $30. Кроссовки Steve Madden. $50. Классные. Для подростков, да? Молодежные. Ну, вот тапочки. Не знаю, Soul Society. $25. Такие тапочки. Почем они? $30. В Таргете такого типа видела в прошлый раз. $30. Тут типа $20. Ничёшные такие. Но испачкаются. Чё, проблема в белой обуви. Часто надо стирать. Дасы. $40.
Я бы себе взяла, если бы был мой размер. Нет. Такие классические босоножки, лакированные, $25. Как так покажу?